после 6 лет от сетки Рэпер Янг Трампа кажется, хотят хайпануть на старой теме и релизят проект «Розовое вино 2». Песня не вышла в топ, а комментарии по трекам заставляли еще раз заявить, что его карьера закончилась. Неужели только хайпажора Моргена? Ой, все. И что думают Ксения Собчак, музыкальный критик и психолог, про тексты его песен? Bas batterie d'être HLA BTLD, tu sais. Дабы, брат, они поверили, что песня была настоящей. Какие глупые. Я кончил. Yeah, 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 бишь на мне сейчас налить.